И в продолжении темы в Актау продолжается помощь пострадавшим от паводков. Молодежь города провела узашар для жителей Кулсары, которые были размещены в школе номер 14. Сейчас здесь находится 38 человек, из них 11 взрослые и 28 детей. Они обеспечены постельными принадлежностями, едой и всеми необходимыми вещами. Хочу выразить благодарность жителям 26-го микрорайона. Они установили здесь палатки и повсеместно помогают жителям Кулсары. Прибывшие соотечественники также благодарят помогающих им магистауцев. Предоставляется четырехразовое питание. По словам кульсаринцев, им всего хватает.